Начинаем очередное занятие нашего кружка любителей гегельской диалектики. Вот сегодняшнюю тему я бы заглавил так. Всеобщее, особенно и единичное в суждении. К суждению мы подошли каким образом? Мы рассматривали единичное, выяснили, что единичное есть всеобщее, да? Поскольку единичное как получается? Всеобщее. Берется первое отрицание всеобщего, получается определенность. И определенность – это отрицание. Берется первое или какое-то определенное всеобщее, получаем особенное. А если мы берем еще одно отрицание, то есть определенное и особенное, то мы возвращаемся, поскольку получается второе отрицание, возвращаемся снова к всеобщему, но уже как конкретно всеобщему. И никуда мы из, так сказать, за рамки всеобщего не выходим. А почему не выходим за рамки? Потому что никаких рамок тут нет. Почему нет? Потому что границ тут нет, границы закончились в учении о бытии. Вот в учении о бытии было нечто иное, и одна и та же определенность, которая соединяла и разделяла два нечто, называлась границей. Вот, одна и та же определенность, которая есть у них, не черта, которая их разделяет, а определенность, которая есть и то, и другое. Которая, а определенность пронизывает и нечто, и иное, правильно? Вот. А здесь нет этого, и этого нет уже, этих границ, как с момента, когда мы уже рассмотрели истинное бесконечное, потому что в истинно бесконечном есть конечное. Правильно? И конечное поэтому является отрицанием бесконечного. Хотя изначально, вот когда мы шли, бытие, наличное бытие, нечто, конечное, это все было бытие. А потом, когда мы разобрались с дурной бесконечностью и поняли, что если мы будем брать просто цепь, такую, что мы вышли за границы конечного, перешли к другому конечному, к третьему, к четвертому, и так до бесконечности. Это не то, что это неверно. Гегель так не говорит. Он говорит, просто это дурная бесконечность, когда просто много-много конечных. А истинная бесконечность в чем состоит? А истинная бесконечность состоит в том, что нету конечного. То есть конечное – только момент самого бесконечного. Поэтому там уже не было границ. Поэтому если мы понимаем, что такое понятие, а понятие – это то, в чем утонули и наличное бытие, и бытие, и сущность, то есть они находятся здесь в снятом виде, то здесь тем более ни о каких границах не может быть речи. Поэтому мы не должны удивляться тому, что мы вроде перебираем их, говорим «особенное», «единичное», «всеобщее». Но если мы внимательнее присмотримся к этим категориям, мы обнаруживаем, что все это всеобщее. Все это всеобщее. Все это виды всеобщего. Все это мы имеем дело со всеобщим. Вот. Ну и чем кончается вот этот раздел с единичным? Он окончается тем, что таким выводом, что единичное есть всеобщее. И этот вывод, по существу, если мы теперь берем сферу субъективности, а мы в сфере субъективности находимся, единичное есть всеобщее сфера субъективности – это суждение. Это обычный вид суждения. Единичное есть всеобщее. Но значит, как во всяком суждении есть всего три элемента. Есть субъект, то, что стоит впереди. Есть предикат, то, что говорится об этом субъекте. Есть связка. Связка есть. Вот три таких элемента, которые составляют это суждение. И поскольку мы уже перешли к суждению, то суждение может иметь не только тот вид, который изначально, как при рождении суждение появляется. При рождении один только вид суждения, что единичное есть всеобщее.
Вот форма. Но суждение может быть и другого вида. Если объем этой всеобщности отличается. Скажем, особенное есть всеобщее. Можно так сказать? Это тоже вытекает из того, что мы разбирали. Ведь особенное – это просто определенное всеобщее. Поэтому особенное тоже есть всеобщее. Поэтому можно и вот такое суждение рассматривать. А можно рассматривать суждение, когда в качестве субъекта берется единичное, а в качестве предиката особенное. Тогда единичное есть особенное. И вот мы получаем такие три выражения суждения возможных. И все они могут рассматриваться как суждения. Но когда мы их рассматриваем как суждения, мы не должны забывать о происхождении этого суждения. Вот тут, в этом именно месте, Гегель вступил, можно сказать, в полемику с формальной логикой. В каком плане? Что формальная логика в лице Аристотеля сводится к тому, чтобы расклассифицировать все разные суждения и их распределить, чтобы было видно, чтобы это такие, это такие, это такие, и их не перепутывали. А у Гегеля задача другая – показать, что это не что-то разделенное, не может быть разделенное, а что это как раз все речь идет об одном. И он принцип этому классификации вообще суждений берет совсем другой. Принцип классификации суждений, а потом и умозаключений, берется в соответствии с тем, где мы находимся. А находимся мы в сфере понятия. А понятие – это восстановленное через сущность бытие. А раз это восстановленное через сущность бытие, но через сущность, значит, первое, с чем мы имели дело, это была сфера наличного бытия. Второе, с чем мы имели дело, это сфера сущности. И, наконец, мы оказались вот в сфере понятия. Раз мы оказались в сфере понятия, а понятие, вообще говоря, связано с поиском истины, а истина – соответствие понятия объекту. Поэтому в этой сфере как бы мы то же самое все это берем. Но находимся уже в сфере понятия. Берем как понятие. И, соответственно, вот мы вступили в такой сложный период, такой большой, трудно запоминаемый, не очень воспринимаемый период, поскольку здесь много раз расклассифицировано разных суждений по-разному и потом заключение. Но я хотел бы обратить ваше внимание на принцип, который виден только тогда, когда не читаешь вот потихонечку по две, по три страницы, а когда прочтешь это все, по крайней мере, все про суждение и про умозаключение. На этом, собственно говоря, субъективность заканчивается. Заканчивается. И вы переходите в сферу объективности, где, в общем-то, такой сложности для понимания уже нет. Поэтому я вот об этом говорю. Ну, как бы для того, чтобы товарищи понимали, что если нам нужно идти через такое трудное место, через темный лес, то потом темный лес закончится, и так будет там уже светло, хорошо, и можно снова заниматься. А здесь, чтобы все-таки в этом лесу мы понимали, где мы идем, и понимали, какой Гегель, какую задачу решает, он решает задачу так, а нельзя ли эти все вот суждения, умозаключения, которые есть в разных книжках по формальной логике, он, возвращаясь, если возвратиться к предисловию, к этому тому, там Гегель пишет, что если вот в тех книгах там мне приходилось как бы заново строить город на чистом поле, на чистом месте, как говорится, только подвози материалы, то здесь мы имеем дело с городом уже устроенным, в котором все это застроено, все функционирует, и недостатка нету в материале. Вопрос только в том, что кое-что очень ценное, вполне разумное, надо оставлять в стороне, и, так сказать, для того, чтобы привести это в систему, имея в виду и предыдущее. Так вот, как систематизировать? Вот Гегель не может систематизировать по принципу, я сейчас буду систематизировать вот так. Он так не может сделать, потому что то, что он делает, диктуется логикой движения понятия. А логика движения у нас какая? Вначале, если мы понятие рассматриваем как
восстановленное через сущность бытия, а? Так вот, значит, сначала берутся суждения наличного бытия, то есть по форме похожее на бытие, но суждение, но похожее на непосредственное. Ну это какое непосредственное? Непосредственное в этой сфере. Это понятно, не то непосредственно, это не наличное бытие, а суждение, которое получило название суждения наличного бытия. Какие следующие будут суждения? Теперь я к вам обращаюсь вопрос. Как будут называться суждения следующей группы? Рефлексивные. А? Рефлексивные. Рефлексивные. Почему рефлексивные? Рефлексия – это где категория? Чего? Какой сферы? Следующая категория за… Какой сферы? Сущности. А? Сущности. Сущности. Вот. То есть вся сфера сущности – это сфера рефлексии. А что такое рефлексия? Отрицание бытия. А? Отрицание бытия. Да, это правильно то, что вы сказали. Ну, это так, как вы сказали, но я чувствую, что народ не удовлетворен таким ответом. Рефлектор, видели? Отражение. Отражение. Все отраженное. Светится в другом. То есть все берется со своим отрицанием. Почему? Ну, посмотрите, вот с чего начинается учение о сущности. Вы же сняли бытие. Поэтому, как только вы получаете какое-то бытие, вы сразу говорите, так это не то. Мы же уже в сфере сущности. То есть это не чистая категория. Это категория, не подходящая для сферы сущности. Мы должны взять это с отрицанием. То есть все, что мы берем в сфере сущности, не истина то, что берется просто как бытие. Говорят, так что, вы притащили прямо оттуда вот это бревно. Вы должны это бревно обтесать сначала. То есть как? Или его, так сказать, подтесать, или, так сказать, отпилить, или еще что-то с ним делать. То есть вы должны его отрицать. И вот, собственно говоря, вот это отрицание, то есть вы берете что-нибудь, бытие, но с отрицанием. Все, что вы берете, с отрицанием. И какое там есть бытие? Бытие как равное самому себе отрицание. То есть вот это вот отрицательное как равное самому себе и есть бытие в сфере сущности. Поэтому там вот такая сложность и восприятие, тяжело это восприятие дается в сфере сущности, особенно в начале. Когда вы уже доходите до таких вещей, как тождество, различие, разность, как безразличное различие. То когда вы уже дошли до этих вот таких категорий, здесь вроде становится легче, но совершенно понятно, что раз вы находитесь в сфере сущности, здесь не может быть тождества просто как равенство без неравенства. Равенство потому что отрицается здесь. То есть только такое берется равенство, которое с неравенством. То есть тождество – это тождество различного. И хотя это кажется вот здесь в какой-то мере заумным, но на самом деле действительно, разве мы знаем хоть какое-нибудь тождество, ну, кроме того формального тождества, которое берется в математике, невзирая на то, что, скажем, 5 слева и 5 справа – это же две пятерки разные. Ну, потому что одна левая, другая правая. Одна имеет одни координаты, другая – другие. Одну так вы написали, а другую – ну, как бы вы ни изощрялись, никогда не будет абсолютно точное. Даже современными приборами любые средства размножения или создания печати, какие бы вы ни брали, вы все равно найдете различия в том и в другом. А современные средства, существующие, которые определяют координаты, вам скажут, что эта пятерка имеет одни координаты, вот эта пятерка, другие координаты. Это же даже две пятерки на разных. На Земле находится в разных местах. Поэтому, если уж мы, так сказать, глубоко хотим к этому подойти тщательно, то мы должны констатировать, что никакого равенства, которое бы не содержало ни равенства, не бывает. Никакого тождества, которое не содержало бы различия, нету. То есть мы должны брать равенство с неравенством, а неравенство брать с равенством. Мы с вами не равны. Ну, если мы с вами, вот это уже тождество. Угу. Так? Мы с вами не равны. Мы разные люди. Это что значит? Во-первых, что мы люди. Правильно? Но какие люди? Разные. То есть на первое место выходит вроде то, что разные, но люди-то здесь присутствуют. А вы только сейчас узнали, что мы разные люди. Я до этого не догадывались. Так обычно разводятся пары, да? Говорят, мы разные люди. А до этого думали, вы одинаковы.
Два года. Давай европейцы. Да, тоже. Надо клонироваться. Да как бы вы ни клонировались, поскольку развитие всех, как общественного человека, идет вот это, люди такие безграмотные начинают рассуждать, пугать клонами, что поскольку развитие каждого человека идет, как оно идет, от части к целому или от целого к целому. Вот две вроде абсолютно одинаковые, на первый взгляд, по крайней мере, два абсолютно одинаковых яйца, да, из которых оплодотворенных, из которых появляются два вроде совершенно одинаковых человека. Но у них разный же путь развития. Причем и внутриутробного развития разный. А уж говорить о, как сейчас говорят, идет социализация личности. Социализация личности не идет, потому что социализация – это нечто, так сказать, как становление. А человек может только в обществе и родиться. Он не может родиться вне общества, а потом вдруг социализироваться. Поэтому это не глупость и нелепость. Хотя на эту тему написано и наговорено сколько угодно. Такая диалектическая безграмотность. Ну вот я возвращаюсь к тому, что вот вторая сфера рефлексивная, поэтому что делает Гегель? Он и показывает. То есть он нам, то есть что он делает? Чем он нам помогает? Как? В кружке? Тем, что он вот классифицирует. Дескать, ну вы уже читали учение о бытии, знаете? Знаете. Учение о сущности, знаете? Вот категории наличного бытия. Суждение наличного бытия. Потом суждение рефлексии. А потом третий какой вид суждения? Что вы думаете? Тут думать нечего. Мы в понятие пришли. Суждение в понятие. Сущность. Понятие. Сущность уже была. Рефлексия – это и есть сущность. Рефлексивная – это и есть. Взятая с отрицанием. Сущность. Сущность там еще. Суждение необходимости. Вы название берете, а я беру большую крупную классификацию, если вы посмотрите. Там есть крупные буквы, есть мелкие буквы. Отличайте большую. Вы хотите сказать, что буквы-то одинаковые? Ну, буквы-то одинаковые, но разной величины. Ну, есть А, Б, С. Суждение необходимости. Но. Насуждение понятия идет переход в умозаключение. А? Насуждение понятия идет переход в умозаключение. Ну, так естественно. Ну, к чем кончается-то? Вот буква А крупная. По суждению наличного бытия. Так. Дальше какая будет? Тут отрицательное суждение. После, вот идут, проходят все суждения наличного бытия. Б. Суждение рефлексии. А С какое? Суждение необходимости. Ну, так это суждение необходимости. Вы хотите сказать, что это не суждение понятия? Суждение понятия? Суждение сущности. Проехали уже сущности. Рефлексии. Суждение рефлексии проехали. Это вот и есть суждение понятия. То есть суждение необходимости. Необходимость же сущности. Ну и что? Суждение понятия. Но вы должны видеть вот все три этажа. У нас три книги. И вот эти три книги, вот они в данном случае есть некие, так сказать, вам путеводители для того, чтобы это делать. Мы находимся вообще где? Мы должны подняться. На какой ступени мы находимся? На понятии. Ну, это третья ступень? На третью. Ну. Так если вы берете А, Б, С, первое – наличное бытие, второе – рефлексия. Не сущности написано, а рефлексия. Это характеристика. Ну, да. Но относится, но мы же не говорим, что сущность. Мы пишем тоже рефлексия. А что там вы тогда не восстали? А тут восстали уже поздно, когда восставать. И, наконец, суждение необходимости, когда мы находимся в сфере понятия. И она соответствует этой сфере. Поэтому он... Вот, а наиболее самое развитое суждение – это суждение необходимости. А самое развитое какое? Ну, мы находимся в сфере понятия, вот, то, которое соответствует этой сфере. Суждение соответствует сфере понятия? Вообще суждение где находится? В какой сфере? Понятия. В сфере понятия. Значит, вот те еще понятия не вполне соответствуют той сфере, в которой мы находимся. Недоразвитые. Вот оно, суждение наличного бытия, вот оно есть такое, вот оно его разбирает. И говорит, ну они еще, ну что они высказывают? Мало чего высказывают.
И вот с этой точки зрения, с точки зрения более высокого, рассматриваются более низкие суждения. Значит, суждение рефлексии уже ближе, больше похоже на понятие, да? Но это же не понятие, суждение рефлексии. Суждение рефлексии, значит, суждение, которое, так сказать, еще больше похоже на то, что в сущности. И, наконец, если уже это не к наличному бытию, не к, привязано не к, не к сущности, значит, это есть суждение понятия. Как оно? И там он различает, как называется. Вот есть категории, есть название. А название там, вот, если субъект, предикат – это что? Это что? Это категория? Это название. И здесь тоже название для суждений. Название может быть такое, суждение необходимости. Вот С. Так он может раздел назвать. Дело в том, что вы в этом разделе не найдете ни одного тогда суждения необходимости. Вот вам категорическое суждение. Это не необходимости, формально говоря, как. Там же не написано, что это суждение необходимости. Дальше разделительное суждение. Дальше. Суждение понятия. Вот оно. Видите, Д. Вот вы на него и поняли. А Д вы вообще не хотите посмотреть? Почему вы на С остановились? Дальше не пошли? Д большой, видите? Страница 79. А? Ну, а что говорили большевики? Большевики это и говорили. Следовательно, суждение необходимости – это некий переход от рефлексивных суждений к суждению понятия. Сам переход тоже можно рассматривать. Это же диалектика. Здесь переход существенен или нет? Существенный, самые переходные всякие формы. И вы там увидите, вот тут получается как бы четыре вида. То же самое теперь давайте с вами не будем заходить в глубину, а возьмем вот после аподектического суждения. Тут у меня была такая ситуация в записи разведопроса с товарищем Пучковым, Дмитрием Юрьевичем. Он начинает всегда разведопрос: «Я вас категорически приветствую». Но я однажды подготовился, говорю, что ну, я чувствую, что вы уже наукологи в какой-то значительной мере изучили. Вот. Но я решил, так сказать, взять более основательное название. Я вас приветствую аподектически. А вот Гегель тут объясняет, что вот если просто сказать, что дом такой-то и такой-то, это будет не аподектическое суждение, это будет ассерторическое суждение. А вот если дом устроенный так-то и так-то, хорош, вот это уже аподектическое. Поэтому я говорю, вас приветствую аподектически. И у нас такое было начало забавное. Он меня категорически приветствует, я его аподектически приветствую. А там еще есть, можно еще дальше приветствовать другие виды. Вот после него, после аподектического этого самого, идут ему заключения. И смотрите, А, страница 87. Какое ему заключение? А вы книгу с собой почему не взяли? А у меня есть. Книгу вы не взяли, почему? А, книгу. Мы же книгу изучаем. Дома книгу почему нарисовал бытия? Ну, вот видите опять. То есть идет классификация умозаключений. Умозаключений. Суждения прошли уже, и да. То же самое начинается. Да, вот суждение развернулось в умозаключение. А когда оно развернулось? Когда суждение понятия развернулось в умозаключении. Когда мы взяли высшую форму суждения, вот он не так делает, как Аристотель. Вот это на клеточке давайте все разобьем, табличку составим. И вот все эти логики, люди, которые занимаются формальной логикой, а у нас целая переписка была с товарищами, дескать, мы, прежде чем изучать диалектическую логику, будем изучать формальную. Это нам поможет. Не поможет. Почему? Потому что то, что нужно знать из формальной логики, то Гегель взял. Все остальное... То, что нужно для математики, это взяли математики. А вот то, что, так сказать, говорят логики, которые не математики, и не философы, не диалектики, это пустое, потому что ничего из этого, так сказать, не вырастает. Поэтому вот здесь
мы видим, что здесь идет вот этот переход к умозаключению. И умозаключение тоже сначала надо, раз у нас мы попали, мы рассматриваем умозаключение в сфере понятия. Значит, как мы их можем рассматривать? Сначала, раз у нас понятие это восстановлено через сущность бытия, значит, надо начать с бытия, с наличного бытия. С какого? Не с такого, которое там, а с такого, которое в понятии. А в понятии оно в снятом виде, правильно? Вот понятие в снятом виде представляет собой, наличное бытие в снятом виде, в понятии представляет собой, вот в данном случае уже умозаключение. Умозаключение наличного бытия. Тут мы рассматриваем разные фигуры этого умозаключения. Можно это запомнить, можно не запомнить. Это, значит, может представлять некоторые частные трудности или там даже общие трудности. Вторая фигура, особенно единичная, всеобщая. Так, потом пойдет третья фигура, единичная, всеобщая, особенного. То есть в разных вариантах это все. И доходим мы. Четвертая фигура. Это, как вы видите, фигуры он рассматривает. Но он, какое движение мы сейчас обнаружим? Идем дальше. Пункт Б, страница 106. Нашли? Угу. Что? Умозаключение рефлексии. Вот. То есть, вот мы двигались по тем фигурам умозаключения, которые можно отнести к низшему виду умозаключения. Они больше похожи на такое непосредственно взятое. А если оно берется как такое, в котором светится прямо противоположное, тогда это уже будет умозаключение рефлексии, правильно? Когда вы берете одно и видите в нем другое. Вот если вы в зеркало смотрите, то видите там другое. И даже ваше левое там правое. Идем дальше. Вот видите, мы сейчас не читаем, а листаем. Но мы же что делаем с вами? У нас задача какая? Штудировать науку логики Гегеля. Вот тут умозаключение по аналогии. Это худший вид рассуждений. Про который... И смотрите опять. Умозаключение необходимости. То есть уже необходимость. Уже подходим не ко всяким разным умозаключениям, неизвестно о чем, а к необходимым. А необходимые к чему ведут? К понятию. К понятию, конечно. Давайте проверим. Значит, умозаключение необходимости, страница 115. А мы идем дальше. Категорическое, гипотетическое умозаключение, разделительное умозаключение, самое простое, или вера, или Надя, или Люба. Вот то, чем сейчас в школе занимаются, и в ВУЗе чем занимаются, так сказать, начинают это выбирать. Выберите правильный ответ. Или это, или это, или это. Если я ничего не знаю вообще... Догадайся. То, почему догадайся? Я с вероятностью 33,3 в периоде выберу правильный ответ. Поэтому треть самых безграмотных людей спокойно сдаст на отлично. Так, разделительное умозаключение. Поэтому он, так сказать, его вот это в начале мы идем. И куда мы пришли? Все? Логики. На этом. Все. Вот. И пришли мы. К чему? Что вот если вы уже занимаетесь необходимостью, необходимость вас приводит к объективности. И вот получается, что объективность здесь в каком смысле? Объективность, как бы вы снова приходите к объективности, но уже ее как к отражению объективного мира где? В понятиях. То есть это и есть, мы идем к истине уже здесь, прямой дорогой. Истина – это что? Соответствие понятия объекту. Вот объективность в чем состоит? Объективность состоит в том, ваша точка зрения, объективная или субъективная? Она субъективная по форме, но может быть объективная по содержанию. Здесь, разумеется, здесь речь идет об объективности по содержанию. И вот он соответствующие категории рассматривает, и венцом всей этой вот книги что является? Какая идея? Абсолютная идея. А она из каких идей состоит? Отношения. Да, идея познания, идея добра практически. Добро – это что такое?
Это вот преобразование мира. Добро отвечает на вопрос, что делать. Абсолютная идея. И вот из этого самого... Вот кто перешагнет через это вот самое непонятное, которое, где мы сейчас и находимся с вами, на что я ваше внимание обращаю, что мы в конце этого года, 2018, забрались в темный лес, самый темный, самый, он по двум причинам самый темный. Во-первых, потому что он сложный, в буквальном смысле сложный, потому что все категории понятия сложены из тех категорий, которые мы рассматривали в предыдущих книгах. И если кто-то в предыдущих книгах имеет какие-то пробелы или непонятности, то они, естественно, здесь проявятся. Правильно? Во-вторых, это сложно по той простой причине, что теперь еще складывается и другой, так сказать, подход. Если там был подход такой, что мы как бы мир этот отражали, объективный, так, собственно, шло, то теперь наоборот, вот от этого понятия мы двигаемся уже к объективности. То есть мы, и мы приходим к этой объективности как уже преобразующий мир, как понятию, которое является не просто понятием, а идеей. А что такое идея вообще? Вот потолок белый – это идея? Нет. А? Отвечаю на вопрос, что делать. Нет? Потолок не идея. Не слышу. Пол не идея. Не идея. Не идея. А пол тогда может идея. Идея, вот это идея. А вот копать отсюда до ответа, это идея или нет? Нет. Ну, отвечаешь на вопрос, что делать? То есть, что такое идея? Это идея, можно сказать, что это идея мысль, да? Или понятие. Ну что, любое понятие – это идея. Во-первых, это развернутое понятие, правильно? Сложное понятие. Это не просто так. А это понятие, которое... Вот у нас были такие категории, как необходимости, да? Как необходимости категории. Мы заключение необходимости. Если в нем содержится необходимость в этом понятии. Необходимость чего? Необходимость преобразования этого объективного мира, который есть. То есть в понятии заключено изменение того мира, в котором мы находимся. И это понятие, которое содержит в себе идею необходимости или понятие, развернутое в идею необходимости, это преобразующее понятие. Это... Какое понятие? Что это такое? Вот. Это и есть истина. Истина во втором смысле. А в первом смысле истина была какая? Отражение того мира, который есть. А это преобразование того мира, который есть. И в первом случае идет соотношение понятия и действительности. Правильно? Понятие должно соответствовать действительности. А здесь наоборот. Действительность должна соответствовать понятию. Должна, это если просто мы говорим, что должна, а здесь имеется в виду, что в самом понятии заложено его преобразование. Отсюда и понятно, вот как Маркс воспринял диалектику Гегеля, чего некоторые не понимают этой связи. Она буквально на трех страницах изложена в работе в тезисах о Фейербахе. В чем смысл тезисов Фейербахе? Вот главная мысль, которая есть в этой работе. Это том 3 собрание сочинений Маркса и Энгельса. Немецкая идеология, а перед немецкой идеологией стоит вот буквально 3 странички Маркс, тезисы о Фейербахе, где Маркс пишет, что философы только объясняли мир, а задача состоит, чтобы его переделать. Откуда это вылезла, сказать, мысль такая у Маркса? Она, так сказать, он первый ее высказал, или первая эта мысль в идеалистической форме высказал Гегель. То есть он первый дочитал до конца Гегеля? Том 3. Нет, он просто понял. А? Он понял. Он только дочитал, но и понял. Он не только его дочитал, он еще его и понял. Да. И понял то, что некоторые вот до сих пор... Вот у нас появились некоторые деятели, наша деятельность по пропаганде науки логики Гегеля и диалектики натолкнулась на некоторые сопротивления тех людей, которые не хотят заниматься сложными и серьезными вещами. Ну, вы не хотите заниматься, и это очень хорошо, чтобы вы и не занимались.
это нормально было бы. Не занимайтесь, никто не говорит, что нужно всем заниматься. Кто-нибудь из нас ставит вопрос об обязательности занятий диалектикой Гегеля? Я так никогда вопрос не ставил, не являясь сторонником того, что нужно обязывать заниматься. Если человек хочет возвыситься, это почему у нас стоит такой курс в Красном университете диалектики? Ну, потому что люди взяли на себя, так сказать, такую задачу, ну, как бы возвыситься над другими людьми и стать авангардом. Авангардом. Ну, если вы авангард, тогда да. Если вы не хотите быть авангардом, у нас еще есть арьергард, и вообще есть, так сказать, общая масса, которую мы ни в коем случае не должны принижать, потому что есть люди, которые трудятся, работают, создают материальные и духовные блага, почему они должны обязательно быть в авангарде. Но это требование к авангарду. А вы хотите быть в авангарде, но убоялись труда, который связан с изучением соответствующих трудов. Дескать, не надо изучать диалектику. Мы и так, дескать, диалектики. Мы стихийные диалектики. На самом деле, в этом есть доля истины. На самом деле, люди в своей практической жизни, конечно, каждый, прежде чем что-то сделать, задумывает, потом делает. Вот вы, наверное, прежде чем принести чашку, наверное, задумали, возьму-ка я чашку, да налью в нее чаю, а буду сидеть, да и отхлебывать. Психологи говорят сейчас, что еще хуже. Сначала задумало тело, а потом мое сознание поняло, что оно хочет чашку. Это психологи от тела идут. Мы идем от сознания с вами. Мы не будем опускаться до тела. Вот, вы сознательно принесли чашку и знали, что она вам поможет. Ну, не продажная. Про психологию я могу вам рассказать некоторые политические, так сказать, моменты. Значит, когда была эта самая перестройка. И когда совершенно уже запахло тем, что эта перестройка, так сказать, развязывается в крупную контрреволюцию настоящую, вот решили, еще когда существовал КПСС, и обком партии у нас был, а я был членом обкома, и тут так у нас товарищи решили сделать психологическую учебу для партийного актива. Учебу решили сделать на даче Романова. На неделю вывезли секретарей крупнейших партийных организаций, предприятий крупнейших, ну и некоторых членов обкома. И я туда попал как член обкома. Нас неделю держали на даче этого Романова, мы там ночевали, в том числе там, так сказать, нас кормили, поили, и с утра до вечера были занятия психологические. Вот. Причем, значит, занятия эти проводили такие очень, можно сказать, не знаю, насколько квалифицированные, но очень знающие. Две психологини, такие симпатичные, высокие, женщины молодые, решительные, твердые. И вот они командовали этой всей публикой. Ну и там разные делались, складывались ситуации, которые, дескать, игровые. Вот я вхожу и так далее, так сказать, разные, так сказать, вам сначала обрисовывают ситуацию, ваши действия и так далее. И вот одна из ситуаций была такая, на которой я остановлюсь и на этом, собственно, и закончу. Ситуация такая, что, дескать, вот вы должны встать на колени, иначе вот эта женщина умрет, пропадет и так далее. И вот интересно было мне наблюдать, как под воздействием этих двух психологинь секретари крупнейших парткомов становились на колени, и вид это был очень жалкий. Ну, до меня дошло дело. Ну, я-то, в отличие от этих секретарей парткомов, руководствовался уже вот этим учением и довольно давно. Поэтому, когда дошло до меня, я говорю, нет, я на колени становился. Ну, надо помочь женщине. Я говорю, я с удовольствием, чем угодно. Единственное, с чем я не могу помочь, вот на колени я не встану, потому что на колени люди не должны вставать никогда. Как они разозлились! Такие разъяренные были, и так, и сяк, и так. Ну, я говорю, ну так вы же, у вас учеба такая. Вот, ну, у меня тоже есть некоторая учеба. Вот, потом, после этого меня приглашал заведующий кафедрой, товарищ Юрьев, проводить занятия с представителями президента, которые там собирали. А представители президента, их было 11 человек, мне звонит
товарищ Юрьев, профессор Юрьев, и говорит: Михаил Васильевич, вы вот сидите дома, а не могли бы вы поучаствовать в учебе? Я говорю: да, а мы вас, говорит, обедом покормим, заодно запишем. А учеба такая. Мы должны подискутировать. Им нужен какой-то человек, который может... Да, спарринг-партнер. Ну вот, я говорю: ну хорошо. Записывает 20 минут с каждым беседа, а это там медленно время течет там их. Во-первых, много, они все в этих, в расхристанных, без галстуков, такие, так сказать, эти представители президента в рубашечках. Ну, я там не совсем, я-то не в рубашечках. Я приехал как член ЦК, так сказать, с ними побеседовать. Коммунистической партии РКРП. Вот, значит, пара. Вот начинается. Ну, сначала я им сделал предисловие о том, что... думаю, ну, это же понятно, кто сидит. Ну, понятно, это Ельцин, президент, это его представители. За что их можно агитировать? Я говорю: так вот, вы понимаете сейчас, что происходит? Вы же чувствуете, все сыпется, все разваливается, и скоро народ пойдет вас бить всех. Они так нахохлились все. Я говорю: ну, вы им скажете, что это же коммунисты все это довели страну до этого. И народ повернется и пойдет бить коммунистов. Они обрадовались. Все тоже так хорошо. А они пойдут бить коммунистов? А коммунисты скажут: нет. Это мы были раньше при власти. Вот тогда надо было нас бить. А сейчас при власти вот эти. Они вот это все нагородили. Тогда они развернутся и пойдут опять вас бить. Тут они загрустили. Я говорю: ну, это к чему приведет? Да к тому, что будет другая власть. Но при любой власти люди, которые разбираются в вопросах управления, нужны будут. Всегда. Они сразу раз, ушки на макушке. И потом пошли у нас такие индивидуальные бои. Вот представьте себе, значит, один выходит и говорит: да, значит, я. Значит, они должны излагать свою программу, а я должен реагировать. Программа такая, что вот Россия на операционном столе, но надо резать. Ну, и смотрит на меня, что я скажу. Я говорю: Россия на операционном столе. И входит, значит, в грязном фартуке с ржавым ножом какой-то человек. И все, он посыпался. Так, я говорю: теперь у меня к вам вопрос. Он говорит: у нас есть... Я говорю: что вы собираетесь делать в области экономики? У нас есть целый пакет экономических реформ. Я говорю: что в пакете? Все, поехали. Все сразу вылетает. То есть... цепочка на этом 1-2 шага. То есть я хочу сказать, что я на практике убедился в том, вот все мы эти штуки вот провели, все, со всеми 11, потом с ними я виделся в Москве на съезде народных депутатов, очень расклянивались, я им книжечку свою подарил, с очень большим уважением относились. К чему они относились с уважением? Я думаю, относились они к тому, что является предметом нашего с вами изучения. Я вполне отдаю себе отчет в том, что, так сказать, многие здесь многое не поймут. И я хочу сказать, что вот это вот то место, к которому мы подошли, это вот то самое место, которое я знаю хуже всего, честно скажу. Потому что я не первый раз через него прохожу. Кажется, когда его пройдешь, дальше ты считаешь с облегчением. Хуже дефицитно. Хуже. То есть оно просто не, оно просто сначала, оно просто воспринимается сначала как нечто совершенно непонятное. Но вот то, что я сегодня сказал, принцип. А принцип здесь такой, что мы не должны забывать, где мы находимся. Мы находимся в сфере понятия, и поэтому принцип классификации и рассмотрения Гегеля, как он-то к этому дошел, до чего к этому пришел, такой, что он тоже идет. Сначала берет те, которые напоминают то рассмотрение, которое было в сфере наличного бытия, потом те, которые напоминают рассмотрение в сфере сущности, когда одно просвечивает в другом, светится в другом. И, наконец,
То, что необходимым является, а то, что относится к понятию. Потому что понятие – это самая высокая форма, а раз высокая – в необходимости. Необходимость и свобода уже связаны, правда? Не случайно про свободу говорил Энгельс, что свобода есть осознанная необходимость. И здесь Гегель об этом говорит. Поэтому свободу нельзя понять без необходимости. Но, скажем, до того определения, которое дал Маркс, Гегель не дошел. У Маркса есть такое определение свободы. Не знаете, какое определение свободы у Маркса? У марксистов? Я знаю определение свободы. Ну, дайте. Свобода – это господство. Господство над обстоятельством, над обстоятельством, сознанием дела. Ну, вот, прекрасно. Видите? То есть господством, обстоятельством, сознанием дела. Где здесь присутствует необходимость? Вот это знание дела. То есть вы же должны считаться с тем, что есть закон ума, что есть закон кулона, есть закон всемирного тяготения и так далее. И поэтому эта свобода не может быть такой, что ваше господство представительство абсолютно. То есть вы господствуете, но с учетом тех законов, которые, той необходимости, которая есть. Но эта необходимость вовсе не ограничивает вас в постановке цели, правильно? Ваша цель должна решаться с учетом тех законов, которые есть. Поэтому, скажем, тот человек, который хочет преобразовать мир, должен знать его законы. Поэтому, скажем, если мы хотим преобразовать общество, мы должны знать законы развития общества. А законы развития общества – это то, с чем мы должны считаться. И поскольку эти законы исторические, то, скажем, можно перейти к другой формации, и мы будем жить по другим законам. Для этой формации соответствующим. Если сейчас у нас цель производства – прибыль, то для следующей формации цель производства как формулируется? Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Только обеспечение свободной стороны, а само стороне развития цели не является. Нет. А? Просто. Все-таки, я думаю, обеспечение полного благосостояния – это да. Уже тут сказано, что это все обеспечение. Все обеспечение. И так и дальше опять обеспечение. А дальше и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Просто без обеспечения. Да, без обеспечения уже. А свободное развитие всех членов общества включает свободное осознанное неразвитие некоторых членов общества? Оно включает в себя свободу от всяких предрассудков, в том числе и от ошибок. Вы же понимаете, что свобода от ошибок относительная. Она не абсолютна. Вы таких знаете людей, которые не ошибаются? Я не знаю. Могу привести пример. Ленин. Когда разрабатывалась программа, первая программа в партии, в 1903 году, Плеханов, разрабатывали три человека. Плеханов, Ленин, Мартов. Деятельность Мартова ни в чем не зафиксирована, и непонятно, что он там делал. Поэтому не случайно потом и оказался этим самым меньшевиком. А Плеханов написал текст. И в отличие от всех других программ, существующих рабочих партий, там стояло то, что разработал Маркс. И разработали Маркс и Энгельс учение о диктатуре пролетариата. Это что, диктатура пролетариата в программе. Вот если вы будете читать шестой том «Полное собрание сочинений» в конце, там есть приложение, подготовительные материалы. Ленин там пишет замечание, говорит, зачем это нам, это вот, диктатура пролетариата, хватит нам этой руководящей роли. А Плеханов был большой ученый, он взял и вычеркнул это из программы. Ну, три человека в программной комиссии. Ну, один возражает, и так-то он вставил, сомневался, раз и выкинул. Вторая программа. Второе чтение идет, как бы той самой проекту. Плеханов убрал это, поставил то, что надо. Ленин доходит до этого места и пишет: а здесь, помню, состояла диктатура повторяться. Маркс в критике Готской программы и Энгельс в критике Эрфуртской программе сугубо на этом настаивали. Плеханов. Он большой ученый. Настаивайте, пожалуйста. И вставил обратно диктатуру пролетариата навсегда в программу Российской социал-демократической рабочей партии. У меньшевиков же эта программа тоже была. Они же голосовали все за нее сначала. Разделились на большевиков и меньшевиков,
Не по этому вопросу, не по вопросу о программе, а по вопросу об уставе. Правильно? Ну вот. Вот, значит, что мы сегодня с вами сделали. Мы с вами сегодня для себя установили некий принцип, который надо усмотреть, когда вы будете идти через этот лес. Лес довольно большой, потому что суждение начинается на 47-й странице, а объективность кончается на 123-й странице. Объективность, да, получается? До объективности. А то легче будет. Ну, как сказать? Потом уже привыкнешь. После 55-го поцелуя, поцелуй станет... Кто много ходит, тому ходить не тяжело. Ну да. А кто все время лежит, ему тяжело. Я мог бы вам ответить так, как вы думаете, там более сложный материал или нет? Конечно, конечно, более сложный. А что спрашиваете тогда? Тут отец выбирает последний. Сложный, это что такое? Сложенный из простых. Из простых. Ну, если мы дальше идем, тут же не то, что это, потом другое. Потом, вот все время Гегель вызывает против ряда положенностей. У него постоянно вся книга, это наука логики. Протест против ряда, не ряда положенности, а то, что получается путем развития. Вот это вроде бы о развитии так много и не говорится, но все тут, вся наука логики – это развитие. То есть включение более простых в более сложные. Каждая следующая категория или каждая следующая тема предполагает все. Даже если вы не очень поняли ту тему, все равно это предполагается. То есть вы, если там кашляли, то будете кашлять уже и на этом этаже, потому что этот этаж использует предыдущий этаж для изложения. Поэтому понятное дело, почему надо штудировать. Потому что если бы речь шла о том, что это выучить, это выучить, это выучить, ну и выучили, это я плохо знаю, это хорошо знаю, это опять отлично, это замечательно знаю, так не получится. То есть понятно, что все это здание диалектики, здание науки логики, оно строится таким образом, что каждый следующий этаж включает в себя все содержание предыдущих. Поэтому понятно, что, так сказать, сложность увеличивается по мере движения вперед. Но, как бывает, когда вы поднимаетесь на самый верх, вы с высоты этой, уже оглядываясь назад, вы уже по-другому, вам уже легче. Потому что вы уже вон где. Вам осталось до вершины немного, и вы смотрите свысока на то, что идет в других местах. И надо сказать, что, к сожалению, общая масса людей, которые занимаются даже науками, общественными науками, она до этого не дотягивает. Поэтому некоторые, чувствуя, что у них из-под ног уходит такая прочная почва, они чувствовали, что они как бы уже стоят на вершине, они получили докторские степени и звание профессора, а тут оказывается, что они вот на вершину не попали. Потому что попасть на вершину недостаточно получить те или иные звания или докторские степени. Нужно это вот такую книгу проштудировать, потому что эта книга гениальная. И если вы понимаете гениальные книги, то ясное дело, что вы вырастаете в большей мере, чем когда вы, как говорится, изучили много-много литературы по этому вопросу. Ну и что вы много изучили литературу по этому вопросу? Много литературы. Можно сказать, что вот в чем великое достижение Гегеля, что он изучение всей массы философской литературы, которая была написана за 2000 лет, свел к изучению вот этой книги. Именно этой, потому что у него есть другие книги, по-другому построенные. Да? Есть философия природы, как там теперь это, есть философия истории, которая, в общем-то, носит в целом реакционный характер, несмотря на то, что там много таких замечательных мыслей и всего. Почему реакционный? Ну, потому что это абсолютная идея, она проявляется то, как революция, то, как война. И вот если здесь не торчит этот идеализм, и он неотличим от материализма, то там он просто, так сказать, демонстрирует себя как негодный метод для изучения истории. Но он никаким другим не может быть, потому что для этого нужно не просто иметь материализм. А вот тот материализм мог несимпатичным быть Гегелю, который был. А тот материализм, который стал диалектическим, благодаря тому же Гегелю, вот он может стать и историческим. И вот такой исторический материализм, конечно, он обладает всеми теми преимуществами, которые есть у диалектики, и в то же время он является материализмом.
Вот такое интересное у нас получилось сегодня занятие. Сразу скажу, что оно мне, так сказать, тоже для меня трудное, как для руководителя кружка, потому что я понимаю, что вот, так сказать, на вашу голову обрушить вот это количество страниц, 47 по 124, это большой груз, с одной стороны. А с другой стороны, если вы, как всегда бывает, в самом темном лесу вдруг вышло солнце, и вы теперь знаете, где восток, уже легче. Или медведь сзади бежит. Он тоже стимулирует как-то. Да, особенно если три медведя сзади бежит. Да, одному, в принципе, очень даже. Не, от трех быстрее бежать. Легче. 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 Легче уже. Сразу легче. Кудрявцев рассказывал как раз из Нижнего Новгорода. Говорит, ты знаешь, мы были летом, наши, говорит, товарищи были в лесу, выжил медвежоночек, мы с ним поиграли, потом вышла мама, подошла к нам, вот так вот взяла просто один раз, провела по груди, и он, мы повезли его в больницу, и ушла, и все. Вот тоже поиграла немного. Вот просто так раз, лапы, и все. Это еще повезло. Повезло. Я поблагодарил. Но он жив. Очень сильно повезло. Ну, пощекотало чуть-чуть, можно сказать. Ну, вот какое следует у нас задание? Задание у нас такое, что мы начинаем вот... мы еще, я думаю, вот это суждение, на суждениях мы остановимся еще. Сегодня, я думаю, общее, особенное, единичное в суждении, я так тему назову и, так сказать, обозначу. Вот, и мы как бы в перспективе движения вперед. Но мы должны еще вот на этом суждении остановиться еще на следующем занятии уже, может, более обстоятельно и более медленно. А так мы, значит, сделали с вами такой забег вперед. Почему? Потому что здесь есть некоторые мысли, на которых следует сделать акцент, их не пропустить. Ценные. Вот. Я их всех подчеркнул, я думаю, вы тоже все будете подчеркивать, что надо не пропустить, когда... Иначе вот можно пробежать по этой дороге, и тут очень много бриллиантов разных и этих прочих замечательных сокровищ, и мы эти сокровища можем пропустить и побежать дальше. А задача у нас никакой, никто за нами не гонится, трех медведей нет. Поэтому мы можем совершенно спокойно этим заниматься. Тем более, что мы с вами забрались в третью книгу уже, и нам приходится восстанавливать не только то, что тут вот есть в самой логике или в своем сознании, все то, что мы изучали, постоянно восстанавливать, возвращаться. Поэтому нам это вот быстрое движение вперед, которое измеряется количеством страниц, само по себе и не нужно. А я почему вот это сразу эти страницы обозначил? Потому что здесь один и тот же принцип применен и к суждению, и к умозаключению. И видно, что, вот, что мы находимся здесь в сфере понятия, и мы все время считаемся с тем, что у нас позади. Но оно позади, но оно просвечивает в то же время и в учении о понятии. Ибо эти понятия, через эти понятия воспринимается все то, что было до этого, и преобразовывается то, что будет после этого. Вот какая вещь интересная. И, конечно, здесь вот видно, что вот это, вот, собственно, с этим разделчиком о суждениях и понятиях, о суждениях и умозаключениях конкурирует, скажем, какие-то другие руководства по логике. Там никакого вот этого движения нету, там просто есть классификация. Давайте вот мы просто перечислим, назовем и запоминайте. Если у вас память хорошая, вы запомните. Если память плохая, тренируйте ее. Тренируйте память. Да. Какие есть вопросы? Следующее занятие 25 числа. Следующее занятие 25 числа. 25-го мы проведем занятие. Значит, мы, я думаю, еще раз, значит, на интересном суждении. Замечательное в разделе суждения, наверное, так, может быть, назовем это. То есть давайте остановимся на некоторых мыслях, которые хотелось бы не пропустить. Потом, наверное, мы будем точно так же отмечать замечательное в разделе о формах суждений. Потом
замечательное в разделе об умозаключениях и, соответственно, в формах. Вот, но это в 2018 году будет последнее занятие. Вот, и последнее занятие в первом полугодии. И во втором полугодии мы начнем наши занятия в феврале. Значит, когда они будут проходить, будем пока считать так же, как сейчас. Единственное, мне нужно согласовать с моим расписанием в университете, чтобы, так сказать, они одно другому не мешало. То есть, если там все, так сказать, согласуется, так и будет. Если нет, ну, придется, может, нам какой-то другой день тогда избрать. Ну, тогда мы решим. Вот. А что означает этот самый перерыв? Этот самый перерыв, вот он это и означает. Вот он это и означает. Что вот, я думаю, что за февраль, если товарищи это одолеют, простите, за январь до февраля, и оставшуюся часть декабря, а у нас еще и, так сказать, и половина не прошло декабря, так что полтора месяца на вот это, мне кажется, очень, очень маленьким. Но когда вы будете изучать, оно вам не покажется очень большим. Все будут отмечать. 25 декабря наступит рефлексия, я считаю. И она может не успеть к февралю. Кто? Рефлексия. А? Рефлексия 25 декабря начнется, продолжится 31, потом 7, потом 13, и может у вас не закончится. Две рефлексии. Одна рефлексия суждения, другая рефлексия умозаключения предстоит. Ну, мы планируем, у нас же преобразующая деятельность. Надо напрячься. Революции, говорит, скоро не будет в России, потому что некоторые товарищи, которые делают революцию, взяли для себя больше время для изучения вот этого раздела. Да. Революции не будет. Весь вечный состав на корпоративе.